Сегодня первое воскресенье месяца, а это значит, что вход в Art Museum, музей искусств Филадельфии, сегодня за ту цену, которую ты желаешь платить. То есть, сколько ты пожелаешь, столько и заплатишь. Погода сегодня наблюдалась дождливая, поэтому мы не будем гулять по разным городкам, как мы любим, а пойдем сегодня в музей. Арт-музей, центр города Филадельфия. Приглашаю вас с нами. Вот у нас Филадельфийский музей искусств. Вот мы видим аллею флагов впереди. Это Rocky Steps. Ступеньки Рокки. На этом месте в фильме Рокки Сильвестр Сталлоне тренировался. Теперь здесь бегают все туристы, снимают друг друга, как они пробегают по этим ступенькам вверх-вниз. В любую погоду народ здесь бегает. Сейчас дождь льет, и все равно люди есть. Вот мы взяли два билета, заплатили $10. Сегодня каждый платит то, сколько может. Это коллекция посуды, из которой кушали президенты Соединенных Штатов, начиная от Джорджа Вашингтона и до Рональда Рейгана. Посуда Теодора Рузвельта. Такие интересные мотивы посуды, с которой ели президенты Соединенных Штатов. Тарелочка для устриц, устричная, oyster plate. Это для seafood, они использовали такие тарелочки для морепродуктов. Посуда Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов Америки. Туалетный набор, туалет сет Авраама Линкольна. Как мы поняли, это ночная ваза. Да, вот он держал вот эту свечку. Подсвечник мы видим. Подсвечник. Сюда он ставил свечку, с этой свечкой шел к этой ночной вазе по делам. Это набор Авраама Линкольна, посудный набор, с которого он кушал. Тут тарелочки десертные, бокал, сахарница. Мне понравилась вот эта картина. Эдвард Хиггс, 1846 год. Это звери заходят в Ноев ковчег. Коллекция глиняной посуды. Это уже попроще, не президентская. Стеклянная посуда. Формы.
которых изготовлялись эти бутылочки. Это у нас зал импрессионистов. Мы прошли Клода Моне и пришли к Ван Гогу. Это у нас магазинчик с сувенирами. Там галерея японского искусства. Мы сегодня посмотрели American Art, импрессионистов, Моне, Гогена, Ван Гога, Ренуара. И мы чуть-чуть посмотрели японское искусство Йошитоши. Это мы вышли из арт-музея. Это вид на центр Филадельфии. Небоскребы уходят в туман, в облака. Статуя Рокки Бальбоа – главная достопримечательность Филадельфии. Все, кто приезжают сюда, первым делом обязательно едут фотографироваться на этом месте. Рокки Бальбоа. Но мы вот снимаем с нехарактерного ракурса, чтобы было хоть чуть-чуть оригинально.